Поджигателей разыскивает городская прокуратура. Учитывая общественный резонанс по делу ночных хулиганств в Красногвардейском и Московском районах, следственные органы решили отыскать пироманов во что бы то ни стало. Таинственные и мистические факторы в пожарах эксперты исключили сразу. Довольно дорогие иномарки горели примерно в одно и то же время и определенно не случайно. Всего поступило 5 заявлений от граждан. Отдел дознания Красногвардейского района возбудил уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба», правда, в отношении пока не установленного лица.